США. Эмоции вместо профессионализма. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, специально для Ukraina.ru за 28 апреля 2021 года. Но из-за предвзятого отношения YouTube к моему каналу статья будет залита на альтернативные ресурсы. Ссылки, как всегда, в инфобоксе под видео. Большое спасибо всем за терпение, а главное за понимание.